вот и мы пришли к финалу нашего проекта. Что я с этим экспериментом сделал? Не бухти, говори давай. А что говорить? Здравствуйте. Мы решили вырастить кристалл соли. Взяли баночку. Берем соль. Насыпаем в банку соль. Три ложки. А мы решили насыпать еще одну ложку. Вот, получается 4 ложки соли. Теперь кипятим воду. Вода закипела. Аккуратно наливаем воду. Тщательно перемешиваем, чтобы соль растворилась. А что это за такой чайник-то белый у тебя? Это наш новый чайник. Такой прикольный, такой классный. Фирма Xiaomi. Больше размешивать воду не надо. Раствор получился насыщенный солью. Берем нитку. Один конец нитки завязываем на зубочистке. С другой стороны нитки формируем узелок. Теперь эту конструкцию погружаем в раствор. Посмотрите, у нас получилась вот такая штука. Ставим нашу баночку на солнце и ждем несколько дней. Наступил следующий день. Давайте посмотрим, как растет наш кристалл. Вот что получилось. Прошло 3 дня выращивания кристалла. Сейчас посмотрим, что получилось. Снизу наросло мало, а сверху больше всего. Как думаешь, он соленый? Конечно же, соленый. Он же из соли сделан. Вчера папа мой добавил назло, простую воду. И смотрите, что получилось. Ну, достань, покажи зрителям. Вот. После таких усилий получилось вот что. Ну что же, будем дальше растить или как? Дальше растить, конечно же. То есть зрители будут ждать еще месяц выхода этого видео. Какой месяц? Ну, несколько недель расти будет максимум. В сегодняшнем нашем видео на следующий день участвует еще товарищ оса. Она ест кусочек арбуза. Посмотрите, все восстановилось и снизу, и сверху. Мне кажется, даже стало лучше, чем было. Хотя кое-кто, не будем показывать пальцем, говорил, что все пропало. Ой, папа, я под конец, у тебя только нос видно. Вот и мы пришли к финалу нашего проекта. Финал не отменяется! Что получилось, Тася, в итоге? В итоге получилось ничего. А вот это что? Это не соль? Это... Не кристаллы? Слишком солено. Ну это же не сахар. Ну да, это не сахар. Финал закончился. Смотрите в первом же комментарии ссылку на наше путешествие. Tasi.fm. Нет, там не Tasi.fm. Ну ладно, Guru Travels.